Может, что-то интересное. Или подготовка. Здесь надо карнавал начинать. Может быть. Здесь центр культуры у нас. Где он? Дом культуры, видишь? Местный. Кстати, Альвар сказал, что вот эта картошка, которую здесь продают, такую запеченную, большую картошку, и там всякие штуки в ней. Ага. Он сказал, что ее надо есть здесь, потому что, говорит, в других местах тоже есть, но это чисто отсюда, поэтому она здесь так, как должна быть. То есть в этом месте? Да. В Лос-Кристианос? А, на Тенерифе, вообще на острове это? Потому ага. что, говорит, в других местах, говорит, она уже не такая. Ага. Вот смотри, всякие эти. Вон там какая-то типа ярмарка, что-то такое, карнавал готовится, не видишь? Пойдем вон там, перейдем на переходе. Там солнце садится, там еще только солнце. Вообще, уже солнца нет. Красивое место. Потому что там гора, и от солнца перекрывает, а там сверху видно. Пойдем в эту сторону. О, что здесь творится у нас? Подготовка идет к концерту. Пахнет детскими этими сладостями, разные ваты и не ваты, такие вот. Также жареные какие-то штуки. А вот эти картофаны здесь продаются. В этой стороне. Так, думаю, сейчас мы попробуем этот местный картофан. В принципе, это то же самое, что крошка картошка, если вы такое знаете. Вот. Но как сказал наш хозяин, в котором мы живем, что именно на этом острове Тенерифе эта картошка по-настоящему, то есть типа она отсюда идет. Они в Санта-Крузах видят. Так, они, наверное. Они приехали сюда, потому что вот эту я тоже не помню. Просто эту зеленку, она была так же, как видела. Да? Да. Так они... Эти же, наверное, да, да, да. Что такие же есть. Да, это они все они есть. Приехали сюда. Они переехали, да. Пойдем этот картофан посмотрим, как он вообще, что он из себя представляет. Ну, здесь нету никого. Вон там вот есть. Ну, мы ее поднимем. Вон там еще посмотрим, с той стороны. А, то, что в Санта-Крузе было, вообще все сюда перебралось. Этот карнавал по островам, по городам, по островам вот так вот идет. Очень красиво здесь. Просто вообще вот этот вид такой обалденный.
есть солнечный. Или он закрылся. Сделаем маленький перекусончик. Не, мясо лучше не надо, лучше вот рыба. Да, вот такое что. Ну там хочется вот, а по крайней мере масса. Ой-ой-ой, что здесь творится, а? Дети здесь с ума сходят от счастья. Что, есть? Есть, конечно, есть. Как тут? Достань там картофан. О-о-о. Ага. Ждут, чтобы просто зайти и сесть. В таких печах специально готовится этот картошка. Ален, как бы тотус, сын, хамон, пимента, да-да. Ты думаешь, это точно мясо вон то? Да. Может, это креветки? Нет, это мясо. Мясо? Он сказал это. А, тогда. Давай побольше возьмем. О, смачковский вообще. Вот это же туха. Краса? Я уже понимаю, по-испански эгуаль такой же. Эгуаль такой же? Эгуаль. Ага, эгуаль. Эгуаль такой же. Друзья, вот такой картофан. Как крошка-картошка. Сейчас попробую, скажу вам, что это. Это вообще ложкой можно есть? Нормальная штука. Можно есть, да. Так, друзья, пока... Да, хочу сказать, что 2 евро она стоит. Пока выключаюсь. Сейчас перекусон и попозже на связь. Смотрите обзор ТВН. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.